Киевские власти нарушают принятую в феврале резолюцию Совета безопасности ООН по Украине. Об этом заявил российский постпред при ООН. Виталий Чуркин отметил, что при этом президент Порошенко и другие высокопоставленные лица страны во всеуслышание утверждают, что выполняют минские договоренности и стремятся переложить ответственность за невыполнение на Россию. Тема отношений Москвы и Киева стала одной из самых обсуждаемых на специальном брифинге, посвященном председательству нашей страны в ООН. Оно перешло к нашей стране на месяц. Чуркин обратил внимание, что украинские власти ничего не сделали по целому ряду положений Минска-2, в том числе по политической части, предусматривающей специальный статус Донбасса. Очень важно, что есть резолюция в поддержку минских договоренностей. Когда киевские власти игнорируют некоторые политические положения минских договоренностей, они нарушают резолюцию Совбеза. Это следует иметь в виду.